Доброго времени суток, уважаемая группа, уважаемые мои подписчики Инстаграм, ТикТок, Фейсбук. Я Бишегуль, мне 73 года, Кыргызстан. Я пропила целый месяц продукции Yes Global Malaysia, малазийской продукции. И что я почувствовала, от чего я вылечилась? У меня постоянный шум был в голове и в ушах. Прям звон был. Никогда не переставала. День и ночь, сутками, годами вот такой звон был. У меня ушло вот этот звон в ушах. Так, потом у меня был ночной сон нарушенный. Почему? Вот посплю через час, вот так, но у меня, я просыпалась от негативного постоянного сна. И с таким ощущением вставала, сердцебиение колотило. Потом давление поднималось до 200. Вот я постоянно вызывала скорую помощь. 200 больше было. Вот я вот от сна давление поднималось, от негативного сна. Вот это перестало через неделю. Я ходила на костылях, потому что у меня болели, наверное, от сахарного диабета. У меня сахарный диабет до 15 доходило уже лет 18. Наверное, от этого у меня, вот, начиная от поясницы до конца, левая нога болела. Вот у меня левая нога болела. И коленки болели. Наверное, это старческий. Я на палочках ходила. Через 9 дней я бросила палочку. Я сейчас бегаю, хожу. Потом у меня постоянно вот, диарея была. И недержание мочи было. Вот куда-нибудь выйду, мне для этого, от этого у меня был страх выехать в город. Я постоянно где-то, вот, выходя из дома, я уже в мыслях искала туалет. Потому что не могла просто дойти до туалета, и не держание мочи и кала было. Вот это ушло. Прямо через неделю, через 10 дней уже вот эти все признак ушли. Это как прекрасно оказывается, когда ты ходишь, не ищешь туалета, не ищешь там дискомфортный, вот это, постоянный дискомфорт ушло. Значит, кишечник очистилось. Потом я пропила санрайз сразу. Я подумала, что у меня кишечник чистый, и начала санрайз. Вот через неделю, как я пропила санрайз, давление нормализовалось. Сахар 6-7, было 15. Хожу без палочки, не ищу туалета. Вот прям кайф, когда ты не ищешь туалета по городу, это кайф оказывается. Вот, голова не шумит, звон в ушах и в голове нету. И у диабетиков были грибки, наверное, между пальцами ног. Вот это ушло, грибок ушел.